С 2009 года в городском округе Люберцы действует муниципальная программа обеспечения жильем молодых семей. Супружеские пары младше 35 лет получают социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В этом году еще 5 молодым семьям вручили свидетельство о праве на получение финансовой помощи. Размер субсидий зависит от количества членов семьи и составляет от 30 до 35% от расчетной стоимости жилья. В софинансировании участвуют бюджеты всех уровней. За 14 лет участниками программы стали 75 молодых семей. В 2022 году 12 молодых семей приобрели жилье с использованием социальной выплаты. Сумма выплат составила 20 607 тысяч рублей. В 2023 году 6 молодых семей приобрели жилье за счет социальной выплаты. Общая сумма выделяемых денежных средств составила 14 874 рубля. А в текущем году общая сумма выделяемых средств на обеспечение жилья молодых семей составляет 14 332 тысячи.